Знаменитый иерей Сергий Баранов снял документальный фильм в зоне СВО, где он пробыл несколько дней. Фильм снят на мобильный телефон, ведь изначально никаких планов насчет съемок не было. Группа Сергея Баранова отвозила в Северодонецк гуманитарный груз. И вдруг в самом начале нашего путешествия мы попадаем в руки Божьи, который Господь просто ломает наш график движения, встраивает совершенно в другую колонну, в которой едет невеста венчаться. Там на фронте, прямо на передовой. Люди, которых мы никогда не знали, Господь соединяет просто с разных концов. И мы попадаем в красную зону, в которую мы просто так не могли бы попасть, потому что эта зона уже совсем горячая. Нас берут в эту колонну, мы попадаем и попадаем вот в эти события. И поэтому не было ничего постановочного, не было ничего планированного. Все было так, как есть, как оно сложилось. Кадры венчания в окопах стали завершающим эпизодом фильма. А начало – это отпевание в солдатском морге. Вообще все снятое стало для протоиерей настоящим откровением. Вся группа была поражена настолько, что не могла даже обсуждать пережитое. Обратно мы когда уже ехали после этих трех дней, мы ехали, 2 дня молчали. И 2 дня за рулем я смотрел этот фильм, который у меня рождался в голове. Фильм получил название «Три дня войны». Он в первую очередь о том, что волнует людей на протяжении столетий. Я пытаюсь ответить и на свой вопрос, и на вопрос, часто задаваемый в сторону церкви, как в сторону Бога. А где Бог, когда идет война? А почему Бог вообще попускает войну? Ведь во время войны Бога не может не быть. И он не может устраниться или быть равнодушным. Так вот, если он неравнодушен, и если он здесь и сейчас, какой его промысел о войне? А ведь он есть. Забегая вперед, однозначного ответа на поставленный вопрос нет, но есть осмысление многих сложных и глубоких вещей. Остановиться и задуматься – именно к этому призывает фильм. Объясни, и нам станет легче. Нам станет легче, когда мы поймем смысл. Помоги нам, пожалуйста. Показ фильма «Три дня войны» пройдет в кинотеатре «Орск» 12 июня в День России. Начало в 16:00, вход свободный. Татьяна Лакеева, Дамир Насыров, служба информации телерадиокомпании «Евразия».